Вот, ребятушки, находимся мы сейчас прямо в воде. Сегодня 26 августа, и мы с вами купаемся. Температурочка воды 23 градуса. Слышите, как от меня волны плещутся. Ветерок, небо затянуто дымкой, но 30 градусов тепла. Медуз нету, кто спрашивал, медуз нету. Но вы знаете, медузы — это все относительно. Они сейчас приплывут, буквально через час они опять уплывут. Но в данный момент вообще ни одной я не наблюдаю. На берегу народу поуменьшилось, как и в Черноморском тоже меньше стало. Поразъезжались все перед школой, потому что сегодня-то уже 26-е, все на машинах. Но на бархатный сезон вроде бы статисты говорят, что прибудут туристы. Обстановка у нас стабильная, спокойная. В магазинах, ребят, все есть. На рынках овощи, фрукты местные полно, все такое качественное, все вкусное, сочное. Арбузы, дыни в этом году шикарные. Виноград 150 рублей килограмм. О, вообще шикарный, столько их здесь сортов. Персики, нектарин. В общем, ну все, что можно. Так что надо кушать все и набираться витаминов. И что нам ждет зимой, мы не знаем. Но будем. Самое главное, чтобы здоровье было, да. Вот сейчас вы поплаваете вместе со мной по водичке. И будет шикарно. Вон детвора купается. Хорошо. Там мои играют в песочек. Рокси искупалась уже. Устала на жаре. Пока мы никуда не ездили, потому что каждый день приходит сообщение, что на южном берегу, вообще по Крыму, предупреждение, грозы, ливни, шквалистый ветер. Поэтому мы с Мишей подумали, решили, ну что, ехать и попасть под ливень, и не пойдешь ни в горы, ни в лес. Ну, уже ждем, пока установится погода. Обязательно нужно съездить еще на южный берег. Ну, а здесь... Как-то мы уже все объездили, успокоились. И вот вы, наверное, заметили, что больших таких путешествий мы не делаем. Потихоньку мыслями собираемся уже в Санкт-Петербург. Хотелось бы остаться здесь, но мы не готовы. Одежды у нас зимней нет. Поэтому думаем, планируем, что на следующий год мы это все-таки осуществим. Мои дорогие, хорошие, золотые, спасибо вам за комментарии, спасибо вам за добрые слова. Девчонки, вам не устаю говорить спасибо, потому что вы меня поддерживаете. Мои хорошие, все, вот приеду в Санкт-Петербург, обязательно запланирую вот прямую трансляцию, чтобы мы с вами уже увиделись и, может быть, поближе даже познакомились. Все, всех обнимаю. Пока-пока. Ветер прям подул такой сильный. Все, выходим мы, выходим из водички. Все, обнимашечку ловить от меня.